балу. Здравствуйте, дорогие наши! Добро пожаловать на Сретенский бал! Праздник Сретения Господня не случайно сделали еще и днем православной молодежи. Вот люди, которые далеки от церкви, они считают, что церковь людей как-то закрепощает. Ну, запрещает им делать то, что хочется, да, а то, что не хочется, напротив, оставляет. Мы-то с вами знаем, что Господь сотворил человека для того, чтобы он радовался, да, и всегда радовался. И если мы, когда читаем Евангелие, то первое чудо свое Христос сотворил где? На свадьбе. А что он сделал? Воду и вино предварил. Для чего? Чтобы люди веселились. Господь хочет, чтобы мы радовались. Всему, конечно, свое время, да, но чтобы мы именно жили для счастья. И сегодня нам очень бы хотелось поделиться радостью праздника с вами, познакомить вас с красивыми старинными танцами. И пусть общение наше с вами будет не только приятным, но и плодотворным. Внимание, внимание! Наш сказочный бал объявляется открытым! Thank you.
Это наш пятый сретенский бал православной молодежи. Вначале это было единовременное мероприятие, когда мы просто собрались один раз для того, чтобы оттанцевать бал, и потом думали, что на этом все и закончится. Но получилось совсем по-другому. Ребятам так понравилось, их так вовлекло, что мы решили собираться все чаще и чаще. Ну что же, а я-то думал, это все сказочные принцы и принцессы появились на нашем балу. Так и есть. Ведь каждый наш юноша в душе – это храбрый и доблестный рыцарь, а каждая девушка – искренняя и нежная принцесса. Танец, как и что-то другое, заставляет указывать свои самые лучшие человеческие качества – красоту, галантность, учтивость, обходительность, истинные качества настоящих принцев и принцесс. И самый прекрасный из них – король всех танцев – вальс. Огромное удовольствие. Танцы для меня — это развитие моей культуры, моей
грациозности, манер. Мы хотим общаться, мы хотим приобщаться к культуре, к танцевальной, и поэтому решили сделать бал открытым. Я танцую, потому что мне нравится музыка и танец сам энергичный. Танцую здесь уже третий год. Это отличная возможность провести время, хороший досуг. Тем более удивляет пышность балов. Танцы вызывают интерес у меня. Это мое хобби. Танцы поднимают настроение, помогают развивать красоту внутри себя и показывать ее другим людям. Thank you.
Я обожаю танцевать, и каждый раз получаю просто неимоверное удовольствие от танцев. Поэтому как раз-таки танцую для удовольствия. Здесь очень приятная атмосфера, хорошие люди, замечательное здание. Еще здесь замечательно танцевать и просто проводить время. И с удовольствием приглашаю вас для участия в наш клуб. У меня давно есть мечта собрать семейные пары, заниматься с ними отдельно, чтобы они тоже участвовали. Можно даже сделать отдельный бал для семейных пар, которых мы научим танцевать. У нас будет приятное общение во время репетиции, и все это можем завершить вот таким сверкающим мероприятием, как бал. Now you are by my side.